Я просто обожаю этих белых летающих жучков. Вот сейчас их нету. Я вас предупреждаю, не заходите в чат, вас там снесет от смеха. Ты зашел в чат? Нет. Ну и не заходи. Я тем более не зашел. Я еще тем более не зашел в чат. У меня тут портная карта. Какая версия в Hearts of Iron лучше? Balls of Iron 4 или Cops of Iron 4? Обе на 10 из 10. То есть твоя любимая... Твоё любимое дополнение для Cops of Iron 4? Of Iron 4? Да. Of Iron 4. Ладно. Нет, только не лаги, пожалуйста. Спасибо. Пронесло. Каждый раз, когда завожу будильник, у меня проигрывается в голове звук Balls of Iron 4. Я думал, у тебя в голове звук Balls of Iron 4. Как он тут не е. Нет, я завожу будильник, там Balls of Iron 4. Ой, какой бум. Бабум of Iron 4. Бабум of Iron 4. Как будто в CS GO играю.
Нет! Слишком рано. Откуда? Минус второй, отлично. Когда минус третий, минус четвертый. Минус пятый. Я сейчас буду смотреть клип кум-то-кум-то-кум-то-кум. Там просто гениальная актерская игра, я смотрел. Кум-то-к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 ум-
Каком таком потом выделил? Куда бобло? Бобло. 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 Куда пошел? Бабки, какой из музыкального бота? Мы поставим ком-то-ком-то-ком ты делаешь. Добавьте музыкального бота. Добавить, он как раз возродился. Сусал же был мертв. Да. Он вернулся. Оно живое. Да. Оно теперь живое. Кремируйте его быстрее. Хотя нет, не кремируйте, бот хороший. Да, он уж у него мистер. Ему нужны по. Ему. Винни нужны права на то, чтобы он мог зайти в весь чат. Кто-нибудь. Пишите ему взять бой сейчас. Вот. У нас тут раф для использования для пения вам только в ком-то ел, нужно присоединиться. Не могу. Ну блин, ему нужно, чтобы он зашел будет. Да ладно, приключение на 5 минут.
кого-то дети в подвале? Нет, ни у кого. Никому не будет. Ладно. Тебе показалось. Ну ладно. Это галлюцинация. Это иллюзия. Да как? Как? Я хочу роли это писать. Да блин, надо, чтобы Дим не зашел. Влад, ты же хочешь пошутить каком-то Еву? Он говорил, что каком-то Еву мне сейчас будет мешать. Вот. Кстати, вот эти челики, они где-то, они в Румынии. Очевидно, песня-то на румынском языке. Слушай, а может это этот? Nightfall? Кто? Ну, главному, Nightfall. Нет, Дука Дамуль. Ну, песня вообще реально. Это тот, который Смекер. Смекер, знаешь, типа смачный. Какая актерская игра. Если, если убрать клип, оставить только песню, то будет идеально. Добавить ту самую гифку. Да, добавить вместо этого добавить арабику MP4. Вот представьте, как бы это бы выглядело. Чисто огромный черный мужчина. Срует свой пенсил под 5 пунктов. Представлять не нужно. Есть уже arabica.mp4. Ты куда залез? Назад иди. Меня откопали эту песню. Ё-моё, цесырю. Откуда вы откопали контейнер? Видео ютубера Дука Дамуль. Я не знаю, кто это, простите. Ну, короче, румынский чубрик, который играет с читами в Майнкрафт. И снимает это на видео. И там обычно фигурирует румынская музыка. И тут была в ком-то ел? Да, в одном из видосов. А у него там в описании было написано, что это за песня? Не, а в описании написало, что типа авторские права на музыку. Кум-то ел. А ты слышал, как говорит мистер Бист на японской озвучке? Нет, не слышал.
сейчас можешь послушать? Я думал, еще одного бота добавил. У меня сейчас плотная катка, я не могу, к сожалению. Прям очень плотно. Влад, я просто... Я потерял. Знаешь, я вот просто хотел, чтобы... чтобы мы послушали кум-то ел. Вот так как мне сказали, что ты занят... Я не включу кум-то ел. Угу. Ладно, бота, с кум-бота можете оставить, но... Ну, чтобы приколов... Только сейчас ничего не включали. Но он все равно зайти даже в поиск не может. Надо добавить Сомброва. Ну песня реально четко. Реал. Реал. Я вот именно под эту песню буду какую-нибудь страну возглавлять. Я под нее буду играть в Quake 4. Типа представьте. Так, который завоевывает весь Балканский полуостров, песню кум-то ел. Вот представили? Это очень интересно. Как минимум. Чё? Как минимум, это очень интересно. По минимуму. Очень интересно смотреть на человека, который захватывает Балканские острова. Может быть, я не так расслышал под музыку кум-то ел. Ну а чё? Почему бы и нет? Хорошая идея. Хорошая идея. А представьте, когда сменится власть в Румынии, там будет вместо гимна будет песня, вместо гимна будет кум-то ел. Значит, смотри, вот так вот в автобусе гимн заиграл, и все будут кум-то ел, чару, Ты кум-то ел. Мне нравится, как я разговариваю с вами и все еще играю на высшем уровне. Видимо, кум-то ел помогает. Диабло. Визер 88 одобряет песню кум-то ел. А если бы точно просто кум-то ел? Пацаны, я придумал. Нашу страну в лагере будет называться Хуан-Тан. Столица будет Хуана-Сити, а гимн будет кум-то ел. Да. Ну если гимн разрешат поставить. Идеальная песня. Да, очень идеальная. А еще там будет президент, которого буду звать Хуан Первый. Типа лошадь Хуан. Хуан младший. Хуан. Представили? Да. Нет, только не лаги, пожалуйста. Как думаете, она бы стала бы самой большой страной в мире? Да. По Хуану. Захватила бы даже Россию. Эх, опять союз развалился, придется опять восстанавливать. Советский Союз восстанавливается. Интересный факт, ради того, чтобы все в моде сидишь, объединить снова Советский Союз, мне для этого для большей части понадобилось всего лишь 50 000 войск. Потому что маленькие страны сразу же принимали ультиматум. А также для этого понадобилось 250 тысяч тонн тротила. И песня кум-то ел. Ради того, чтобы у вас было все хорошо, послушайте, слушайте кум-то ел и помните, сбрасывайте на всех 250 тысяч тонн тротила.
Да. Вот залог успеха. Ну вот, вот рецепт успеха. Рецепт гарантированного успеха. Вот у меня сейчас почти успех. Если у меня получится еще одного бау затащить в трубу, то это кто-то будет мировой рекорд. Тебя сразу же силпа появится. Кто-нибудь включите кумприел, пожалуйста, чтобы я не зафейлил. Ком-то кумприел, дорогой, чарой, это мы с тобой, мама. Для фонта. Интересный факт, в сценарии 5 века есть страна, которая называется Понты или Понты. Понты. Чем там понтуются, непонятно. Bolt of Iron 4. Последний. Последний. Это последний. Помнишь, что ты сделаешь, если это будет... Это будет... Помнишь, что ты сделал с моим котом? Да, я помню, что ты сделал с моим котом, я тебе этого не прощу. Если что, все записывается. Осуждаю. I start his call. I start his call. Хватит. I start his call. It's all. Hard as the rock. Жители в республике Якутия не смогли бы участвовать в голосовании, потому что у них нет финалки. Наконец-то! 23 минуты. О. Я так счастлив, я так рад. У меня есть ты.